Капитан прав во всех отношениях. Нельзя позволить Тому или Климу завладеть лодкой. Я не уверен, что готов выполнить план, так как это определенно будет стоить мне моего билета домой. Но капитану это будет стоить еще дороже, и я восхищаюсь его решимостью. Приветствую всех в игре «Метро. Исход». Ну что же, приключение Сэма во Владивостоке подходит к своему логическому завершению. Мы с капитаном сейчас идем не к Тому. Не спеши! Сначала пушку и карманы покажи! Что за херня тут творится? Руки! Смотрю, новенькие у вас! Так точно! Прошу прощения, товарищ капитан! Очень рад вас видеть! Привет тебе, сынок! Мне очень жаль, но оружие нужно сдать. И мне придется вас обыскать. Ничего, я понимаю. А меня обыскивать не должны. У меня как устройство. Не женился? Которое дал мне капитан. Спасибо, пока нет, товарищ капитан. Которое может взорвать всю подводную лодку. Ты молодец, Витя. Всегда знал, что далеко пойдешь. Этого тоже обыскать надо. Это лишнее, сам наш человек. Рад видеть, Сэм. Well, hello, Кэм. Сколько мы не видели. Ну, здравствуй, Том. Недостаточно долго. Недостаточно. Ха-ха, ты думаешь? А может, ты и прав. Погулял бы еще годик, подышал свежим воздухом и согласился бы командовать лодкой под моим вымпелом. Свежий воздух? Нет, мне все время душно было. Может, сердце шалит? В твоем возрасте бывает. Да нет. Ты просто рядом, вот и не хватает воздуха. Ха-ха-ха. Ну, мне в море тоже легче станет от тебя подальше. Что там происходит? Похоже, Клим спунтовался. Решил взять все всем в свои руки. Всем на борту внимание! Вы окружены! Выходите без оружия и с поднятыми руками! Так и есть. Клим, что это значит? Я тебя опередил, вот что это значит. Думал, я не добру, что ты меня слить решил. Я, по-твоему, слепой или тупой? По-моему, ты взбесился, как пес. Тебя усыпить надо, чтоб не мучился. Том, я тебя реально уважал. Но ты себя послушай. Сигающий город на холме. Не будем стрелять. Херня же позорная. Решил весь мир ядерной пушкой на пост взять. И сам в белом остаться не выйдет. Да если не стрелять, всем на твою пушку и понты будет плюнуть и растереть. Понял? Я порожня гнать не стану. Первым делом врежу, чтобы все знали. Бэкстабин коксака! Вынужден признать, что ты был прав. Предлагаю забыть о наших разногласиях, пока не решим эту проблему. Как ты? Согласен. Тогда бери управление. Сможешь вывести нас в море? Надо ворота открыть. А в диспетчерской уже наверняка люди Клима. Так что никак. Сколько у нас людей? Едва достаточно, чтобы удержать лодку. Да и то, пока патроны не кончатся. А их там десятки. Том, есть план. Вы их отвлекайте, а я по-тихому выберусь и открою ворота. В одиночку? У них столько людей, что единственный шанс не попадаться на глаза. Ты прав. Но чтобы ты точно выбрался, нам нужен отвлекающий маневр. Сделаем? Есть, босс. Тогда давайте приступать. Сам мы их, конечно, отвлечем, но будь там осторожней.
Сэм, подожди сигнала. Понял. Удачи, солдат. Спасибо. Итак, мне нужно добраться в диспетчерскую и всего лишь открыть ворота. После чего подводная лодка сможет выйти. Так. Мне бы, конечно, верстак. Чтобы патроны наделать. У меня патронов-то маловато. Так, они там будут отвлекать, это хорошо. Так, есть тут еще. Мятежники! Приказываю вам немедленно сложить оружие и сдаваться. Ваш переворот провалился. Подводная лодка в наших руках. И порядок будет аптеки. Восстановлен. Ух ты, блин, ресурсов нет. Мятежники! Ты, значит, тебя уже в законе правителя записал? Да. Всем внимание! Любого, кто попытается приближать выполнение ваших приказов, кто подшевельнется, хоть посмотрит, можно расстреливать на месте. Без пощады. Если враг не сдается, разберемся. Его уничтожают. Так, ну что? Погнали. Мятежники! Охрана начинает восстановление порядка. Если вы прекратите сопротивление и немедленно сдадитесь, вам не придется. Диспетчерскую мне надо. Так, а куда идти-то, друзья? Диспетчерская. Ну, мне надо из лодки-то выйти, наверное, да, ведь? Диспетчерская. Ну, давайте меня выпускайте, вы как тут сидите? Где она, диспетчерская? Слушайте, куда идти-то? Ой-ёлки. Слушайте, а мне кажется, их надо перестрелять. Мне кажется, их надо, ребята, перестрелять. Ух ты, снайпер. Гадёныш. Где-то снайпер. Да, ребятки, там снайпер. Ладно, сейчас будем перестреливаться. Мятежники! Охрана начинает восстановление порядка. Если вы прекратите сопротивление и немедленно сдадитесь, то они причинят вреда. Так, любое сопротивление будет подавляться силой. Блин. Понятно, куда идти. Вон там где-то снайпер. Как его только найти? А вот, получу. Так нифига не видно. Ага, нету снайпера. Ну, у вас тут сколько? Еще один. Мне, наверное, туда и надо идти. Потихоньку сейчас всех перестреляем. Патроны. Слушайте, а чё? Они не заканчиваются? Блин, а как без патронов-то воевать?
Слушайте, без патронов фигура. Так, ну надеюсь, я правильно иду. Так, патроны нужны. Без патронов далеко не протянем. Сюда вылезем, да? Ах ты! Так, патрончики. Так, не наверх. Блин, плохо так видно. Ну-ка, может вообще включить ночного видения, так получше будет. Так, что там на калаш? Патроны есть? Есть. Так. Потихоньку будем продвигаться. Нет, что-то с прибором как-то фигово. Так, мне, наверное, вот туда. Там что-то все взрывается. Вот этот снайпер, которого я снял. Так, а так дальше-то как? А как дальше? Запрыгивать, что ли? А, вон куда дальше. Давайте-ка возьмем дробаш. Захожу в Ректор Стейшн. Отлично. Если отключишь освещение, пройти через казармы будет гораздо легче. Через казармы? Блин, освещение надо отключить. Там, наверное, где он стоял, там, наверное, освещение. Так, как бы туда пройти незаметно. Давайте возьмем этот пистолет с глушителем. Освещение надо отключить. Блин, засвечивает, как этот... По-быстрому, по-тихому тут все сделаем. Надо найти, где освещение вырубается. Вот это, наверное. Точно. О! Темно. А как самому-то ходить? Вот же как. Блин, почему он так засвечивает этот прибор? Не пойму. Такая засветка офигенная. Блин, с такой засветкой нереально ходить. Нет, я так не могу. Какой-то прибор ночного видения фиговый, ребят, здесь. Блин, там этот снайпер. Там снайпер. Снайпера убирать надо.
был снайпер, сохранится бы. Забежал? Ага, забежал. Что-то запикало. Блин, чё ж так плохо видно-то, ну? Опять засветка пошла. Ну как? Чё-то вас там много. Так, кстати, мне надо бы аптеки понаделать. У меня, по-моему, аптек уже нет. По-моему, опять что-то поднимается. Блин. Кто-то поднимается. Да, ребятки, вот он. Еще поднимаются. Давайте, поднимайтесь. У меня фонарик включен, поэтому они меня видят. Поднимайся, еще один. Блин. Хоть фонарик не включай. А с этой вообще нифига не видно. Так, мне надо срочно делать аптеки. Блин. Свет вырубил, самому нифига не видно. Так, дайте-ка я сделаю аптечки. Ночной прицел, вот это что за ночной прицел? Ну-ка, давайте поставим. Во! Вот это уже получше. Может врубить свет, а, ребят? Так. Я не знаю, почему так все засвечивает. Что нифига не видно. Ладно, вниз надо идти. Пойдемте вниз. Фонарик.
воздух, обидно, а. Мне, наверное, вот туда надо. Пока фонарики включу, потому что вообще нифига не вижу. Тут вот уже буду выключать. Так, а мне по-любому надо вниз, да? Поверху не пройти, нужно вниз. Вот так можно еще воевать. В этот прицел хоть что-то видно. Все кончено. Внезапно нас захватить не получилось. И теперь мы можем открываться сколько угодно. Так что оставайся, пока мы не перебили всех моих сообщников. Как Дайте. Интересно. Вы сидите в этой жестянке, как загнанной крысы. А я должен вдаваться. Да у тебя крыша поехала. Ты сейчас проверишь, приведет ли тебя ты мокрые чувства. Выкуривать. Я вам выкурю. Правильно я тебе делаю? Правильно. Ух ты. Сэр, нас собрали в свободу. Гостям очень понравилось. Прям жаль, что больше не осталось. Мы только что вскрыли последний часть патронов. Когда он кончится, придется задраивать руки. С этого момента ты останешься без поддержки, так что будь осторожней. Без поддержки я останусь. Игра сразу шла по-крупному, но ты только что поднял ставки. Так вот, я отвечу. Больше я с тобой бездельничать не буду, а тупо поджарю. И черт с ней с лодкой. Это что там? Что хер подумал? Держи гранату! Гранату кидает. Засранец. Несколько наших групп не выходят на связь. На базе действует вражеский спецотряд. Вижу паузу! Блин, надо их тут пострелять. Гранаты кидают. Патронов бы хватило. Еще где-то. Чушкан, гранату не надо мне. Так, я пока, ребята, прервусь, потому что долго видео затянется. Буду пробираться пока потихоньку. Пробираюсь потихоньку вперед. Стреляю бандосов. Много их тут уже перебил. Вот он. Там еще один. Козла драного. Я тебе покажу козла драного. Там еще один. Блин, их там много. Их там реально много.
Вот он, сука, на! Наверху! Еще один. Минус два. Блин, у меня патронов не хватит на них. А мне вообще туда надо? Мне в ту сторону вообще придется идти. Может, зря патроны трачу. Что-то притихли. Так, куда дальше-то? Так, ну мне похоже туда надо, да? Мне похоже туда и надо. Так, ладно, я пока, ребята, прервусь. Пробираемся с боем, так сказать. Да, вот здесь можно было пройти. Но тут я уже всех перебил. Так, во-во-во-во-во. Вот это сука! Вижу папу! Вон он, пацанчики! Так, ладно, сейчас будем их бить, пока прервусь. Я тут целое побоище устроил. Ну, наверное, с десятка два бандитов тут. Сейчас полутаю их всех. Тут их очень много я, ребят, положил. Наверное, человек 20. Зато патронов теперь много. То патронов было мало. Там, по-моему, кто-то ходит. Еще один бандюган. Вон он стоит. Убил я его. Нифига. Ну вот теперь все. Модификации по пути здесь собираю. У них разные модифицированные стволы. У этих бандитов. Так, вон она, подводка стоит наша. Так, ну я надеюсь, что я правильно продвигаюсь. Так. Тут еще будут бандиты. Так, вниз прыгать, похоже, да? Фиг знает, правильно иду, неправильно. Ага, добрался, значит. Ты зря надеялся, что твои люди смогут меня остановить. Ёшки. Сутулых? Уху! Сутулых. Сутулых выпускаем. Пепельница. Какое клише. Сутулые пошли. Валить надо сутулых теперь. Интересно, много их выпускают? Блин, хватило бы патронов на сутулых. Вон их тут сколько. Сейчас пойдет жара.
там что-то взорвалось. Какие-то ящики взорвались. Ну и хорошо. Давайте, сутулы. Надо их поближе подпускать. Урон побольше тогда идет. Патронов у меня не так много. Сейчас они там еще загорятся. Это хорошо. На. Еще один. Эти мощные пошли. Два выстрела по динамику. Так, а мне, может, не надо тут стоять? Они там кончатся, эти сутулы? Или, может, они бесконечные? Может, не вперед надо продвигаться? Вот это вот что за бочечка? Слушайте, они кончатся или нет? У меня один патрон. Что за жесть? Где патроны брать? Ёлы-палы, пошлите вперед. Вперед, наверное, надо продвигаться. Наверное, вот сюда. Сохранимся. Один патрон у меня. Вот я. Здесь. Все, патронов нет. Так, на калаш только теперь. Хватило бы патронов. Так, а похоже я уже пришел, вот. Сюда мне надо. Так, ну что, погнали, сохранимся. Блин, бандиты еще. Бандиты не кончаются. О, верстак, верстак, верстак — это то, что нужно. Сейчас патроны наделаем. Сейчас наделаем патроны. И у меня, кстати, по-моему, там модификации новые добавились. Аптеку, отлично. Так, ну-ка, и оружие это почистить надо. Аптечки есть, с патронами у нас. Так, броник, броник нормально. Пистолет чиним. Так, а модификации вроде какие-то были, нет, уже нету. Так, патроны, патроны. Вот, на дробаш надо патроны побольше. Так, ну на это все остальное есть. Аптеки есть, ну и все. Так, вот это что за дверка? Закрыто. Так, ну что, сейчас снова будем перестреливать, потому что там снова бандиты. Там снова бандиты. Так. Мне вообще в какую сторону-то? Прыгаем вниз. Пока не знаю. Значит так, этого убить! Вперед! Давайте, выводите его! Вон они, вон они. Накрутся. Куда ты полез? Ой-ой-ой-ой-ой, что такое? Ё! А вон они где сидят. Тихо. Блин, а тут спрятаться негде. Подождите, мне бы тут где-то спрятаться. Вот за этими мешками. Там снайпер. Гадёныш, а? Там надо снайпера сейчас убирать. Так, на этой стороне нет. Вот там где-то он был. Вот она башка. Там наверху. Фонарь вырубим. Прям на меня светит. И вот этот фонарь.
Блин, снайпер, гаденыш, откуда стреляет? Ох ты, попал. Где ты? Где-то тут вот он. Во-во-во-во, не видно только его. Зря ты к нам приехал! Снайпера этого гадского не видно. Ладно, сейчас высечем. Патронов... А, вон, вижу. Сейчас я тебя сниму, поросенок. Вот ты где. Вот тебя и нету, там еще где-то. Вот он. А вот и нету. Засуетились. Как-то вы плохо прячетесь, что у вас тыковки торчат. Не можете хорошо прятаться. Патронов бы хватило. Так, еще один. Тыковка торчит. Мы прям... Порвать как грелку, бля! Мы его в тыковку. Я порву у тебя, блин. Блин, вот это кто стреляет? А-а-а! Вон вы где. Сидите. Так, патронов нет, да? Вот это вот взорвется? Есть, бочечки же там стоят, ребята. А чё я не сообразил по бочкам-то стрелять? Патронов нету. Так, ладно, продвигаемся. Ух ты, там еще один снайперок. Там еще один снайперок. Кто его убьет, назначу моим заместителем! Вот по этим бочкам-то надо было лупить. Патронов нет. На калаш. Хреново. Заместителем он назначит. Аптека. Да что с вами такое, бля? Вот он, стреляйте! Мочите козла! Ага. Думаешь, так просто? Стреляйте. Попробуй. Так, патроны набрал, отлично. Сейчас еще вот здесь пошаримся. Хорошо, что у них тут патронов много. Так, ну что, дальше идти надо. Видит он меня, тихо. Сейчас я тебя увижу. Откуда ты стреляешь? Откуда ты стреляешь? Вот ты где. Вон ты туда побежал. Он, похоже, там один остался. Так, ладно. Стреляет гаденыш. Блин, я-то его не вижу. Куда ты стреляешь? Поближе надо подойти. Нифига не вижу я его. Слушайте, а тут вода? А как я туда попаду? Не понял. Так, вот здесь где-то ты, вот он. Вот ты где был. Слушайте, а как туда я попаду-то? Так, что-то, подождите, непонятка. По баркасам, что ли, надо как-то туда попасть? А, вот там вот, походу, прыгать. Ну-ка.
Как тут все заморочено-то, не просто так. Вот где проход. Вот где проходит. Так, судя по тому, что музыка играет, там еще бандиты. Блин. Да ядрен батон, вы закончитесь. Чего вас так много-то? Я же там вроде всех перебил. Вот шкерится здесь где-то. Все, нету. Хорошо, что у меня оптика. Так, а здесь как? Здесь вот здесь. Вот здесь сюда, вот. Ух ты. Опять патронов нет. Ладно, сейчас наберем здесь. Бил я его. Да убейте его уже, уроды вы рогатые! Не могут меня убить. Собирай, Сэм, патроны. Видите, сколько их тут пошибал. Бандитов. Потихонечку продвигаемся. Так, теперь сюда. Убить его! Голову мне его принесите! Голову! Сохраниться бы. Тихо, тихо, тихо. Прячемся. Опа! Опа! Блин, спрятаться негде. Тихо. Где спрятаться? Откуда выстрелы? Наверху что ли? А, вон ты где был. Наверху. Интересно, аптеки у меня есть? Аптеки, наверное, наделать надо. Так, куда дальше? Надо аптеки проверить. По-моему, у меня их уже там мало. Ты, сука, не знает, с кем связался! Вот падла, бля! Так, ну-ка быстренько. Проверю аптечки. 4 штуки. Так, вот одну сделаем. Пистолетная эта фигня. Вот это лучше. Так, ну что? Идем дальше. Идем дальше. Вот он где. Через ящики прошивает дробаш. Ну, здесь дробовиком можно. Здесь уже узкие коридоры. Где-то наверху. Так, Клим, ты крепкий бастард. Тихо. Он наверху. Он наверху. А чё, Клима-то мы убиваем, да? Вот он здесь, в этой будке. Ребятки, сейчас Клима будем валить.